Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы продолжаем строить наши прикольные и не очень построечки в битве строителей на Хайпикселе. Ну что же, давайте зайдем в игру и посмотрим, какие темы нам попадутся сегодня. Надеюсь, будет что-то интересное, погнали! И первая наша сегодняшняя тема, что же там будет интересного, сова. Ну, давайте, наверное, попробуем построить сову. Надеюсь, у нас получится прикольно. Для этого мне нужна, наверное, вот такая шерсть. Конечно же, коричневая для совы. Где у нас коричневая шерсть? Вот. И давайте попробуем что-то сообразить. Погнали! Ну, кажется, я успел. В итоге у меня вот такая сова получилась. Вроде неплохая. Посмотрим, как народ оценит. Это больше похоже на енота. Но в целом окей. Какая-то странная сова получилась. Тут сова на дереве. В принципе, ну, форма у нее не очень. Но окей. Это явно напоминает сову. И довольно неплохо сделано. Тут... А тут совы нет. Сова не обнаружена. Грустно. Что там на табличке? Legendary, please. Ну, конечно. За обычное дерево нет, чувак. Тут сова на гуд. Прикольная сова. Хоть и довольно пиксель-артная, но классно сделана. Мне эта сова нравится. Это моя сова. Посмотрим, как народ оценит. Я сделал большие глаза, потому что у совы они должны быть большими. Надеюсь, народу понравится. Вроде прикольно получилось. Это курица в гнезде. Но тут ничего общего с совой нет. Такая-то белая курица. Что у нас еще? Классно сделано, но сама сова не очень. Но задумка неплохая, окей. Если бы была сова, прикольно, я бы даже поставил эпик. Это какая-то шахматная сова, как-то темно вокруг. Окей, не больше. Это сову напоминает, но сама она сделана как-то не очень хорошо. Это, друзья мои, очень мало сову напоминает. Нет, это я не могу нормально оценивать. Какой-то деревянный клюв там был. Тут сова на гуд, или может даже... Ну да, эпика немножко не дотягивает, но на гуд. Прикольно. Прикольно, это какой-то недоработанный пингвин. Тут мне сову ничего не напомнило. Сори. Ну да, такого я уже видел куча. И какие-то очертания какой-то огромной курицы. Ну да. Что у нас тут? Какая-то... Блин, это не сова, народ. Ладно. Окей, я поставлю. Окей, я поставлю, но это не сова. Это птица, это какая-то синица скорее была. Тут тоже окей. Видно, что сова на дереве. Правда, опять-таки, сова так себе сделана. Ух ты! Гуд. Прикольно. Большая, круглая. И реально напоминает сову. Глаза очень классно сделаны. И в итоге победа! Замечательно, первое место! Понравилась народу моя сова. Я старался, я сделал крылья, я сделал большие глаза, как и должны быть у совы. Правда, вот сзади она у меня не очень получилась. Но в целом сова, я так думаю, достойная. Очень рад, что народу понравилось и что я потел не зря. Все-таки мы заняли первое место. Ну что же, идем играть вторую игру. Надеюсь, тема будет не менее интересная, и мы сможем построить что-то действительно крутое. Погнали! И вторая тема, что же там? Это морковь. Ну, давайте, наверное, попробуем изобразить кролика, что ли? А то только он меня ассоциируется с морковью. Давайте возьмем серую шерсть и будем делать какого-то кролика. Вот такую и, наверное, потемнее. Погнали! Посмотрим, что у нас получится.
Ну, друзья, не знаю. В итоге какой-то такой кролик немножко упорот. И тут различные морковки. Посмотрим, сойдет ли это за морковь. Но вроде как суть я передал. Что-то вышло похожее на обезьянку, но тут вместо обезьянки у нас кролик. Тут, окей, в принципе, видно, что это разбросанные моркови. Сойдет. Блин, тоже можно было из листвы сделать. У нее вот эту зелень. Тут тоже кролик и морковка. Морковка какая-то странная, но окей. Тоже, в принципе, понятно. Кролик из снега. Что у нас тут? Тут у нас разделывает морковь. Тут даже гуд, потому что это что-то креативненькое. И довольно прикольно. Мне нравится. Тут, окей, можно понять, что это морковь. И, в принципе, больше ничего такого. Просто обычная морковка. Что еще? Это морковь с рукой, я так понимаю. Окей. Окей, я сначала не понял, что это. Подумал, что какой-то пенис, но нет, это рука. Это мой огромный кролик-мутант. Не знаю, посмотрим, может кому-то понравится. Там кто-то с Legendary бегал. Ну нет, друзья, это не Legendary. Вот тут на гуд. Тут кролик, даже, наверное, получше, чем у меня. Потому что довольно прикольный, беленький. У меня более серый. И у меня немножко какой-то мутант. Тут... Окей. Окей, больше ничего. Просто морковь. Обычная плоская морковь. Как и тут, тоже окей. Тоже просто морковка. Можно понять, что это морковь. И она за оградой. Здесь пиксель-артная морковь. Блин, тоже окей. Окей, больше ничего такого сказать не могу. Еще обычную майнкрафтовскую морковь посадил. Здесь гуд, тоже кролик. Конечно, этот кролик немножко кролик-убийца. Но в любом случае прикольно, гуд. Что у нас дальше? А вот тут, наверное, эпик. Потому что это вообще классно. Прикольно, мне понравилось. Надеюсь, эта построечка победит. Что у нас еще? Куча морковок, в целом на окей. Это что, лопатка какая-то или мотыга? Опять окей. Опять морковь, огромная. В целом нормальная. Что же у нас дальше? В итоге побеждает вот этот кролик. Я на четвертом месте, 79 очков. Я так понимаю, вот это все были кролики. Народу кролики понравились. И в принципе я с этим согласен. Классный кролик получился. И я доволен четвертым местом, а то действительно были очень даже хорошие постройки. Надеюсь, вам серия понравилась, сегодня у нас были сова и кролик. В принципе, получилось, как по мне, довольно неплохо. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрикс, и мы еще обязательно очень скоро увидимся. Играйте в битву строителей, любите уточек, всем пока!